На торжественном параде 9 мая колонна бессмертного полка будет формироваться в 9:30 в районе Русских ворот. Далее она проследует по Театральной площади. Для участия необходима фотография родственника, участника Великой Отечественной войны. Вы должны ее увеличить. Это должен быть портрет формата А4. Он может быть либо закреплен на специальный штен, на специальную поверхность, либо вы можете обратиться в фотоателье, где вам уже оформят готово в эскизный вариант с оформлением, с нанесением георгиевской ленточки, чтобы он мог вам служить не один год.